колокол, бочка, штопор, петля Нестерова, высший пилотаж в чистом виде. На аэродроме в Большом Грызлово проходит Кубок города Москвы по самолетному спорту. За выступлением следила и наша корреспондент. Перед вылетом мастер спорта России Константин Боровик еще раз прорабатывает все движения. Высшим пилотажем он занимается с 2006 года, с 2011 выступает на чемпионатах России и Европы. Так что не понаслышке знает, каждое действие должно быть идеально выверено. Кроме того, если показанная программа не будет соответствовать заявленным на бумаге элементам, судья снимет баллы. На этих соревнованиях Константин Боровик выступает в классе Advanced. Готовиться начал за месяц, нужно было познакомиться с новой машиной. На этом самолете я выступаю первый раз только в этом году. Собственно, я его освоил в этом году. Это самолет XT-3030 немецкий. Позволяет выполнять все фигуры высшего пилотажа во всех классах. Скажем так, для меня пока что это вот высшее достижение на этом самолете летать. Последнее приготовление перед стартом и обязательная команда. Твинта! В 2019 году за Кубок Москвы по самолетному спорту борется 14 спортсменов, среди которых многократные чемпионы России, Европы и мира. Самые опытные участники выступают в категории Unlimited и выполняют самые сложные, зрелищные и, чего греха таить, опасные фигуры высшего пилотажа. Всего же категории на соревнованиях 4 с учетом разного уровня подготовки участников и возможностей небесных машин. У нас задействованы практически все виды самолетов, от Як-52 еще советского производства до современных Экстра-330 и, ну, в данном случае вот самолет Су-31МХ, это последняя модификация, ну, скажем так, самое совершенное техническое средство в высшем пилотаже во всем мире. Кубок города Москвы традиционно проходит на аэродроме в Большом Грызлово и является финальным подготовительным этапом перед чемпионатом России, который тоже скоро пройдет на территории городского округа Серпухов.